quadrangle, and it has two pair of equal sides. So let's try to write it. I just want to show how to write the solution. Как все это писать? Дальше другое. Дано. AB is equal to AD, and BC is equal to CD. And I prove. Доказать. Доказать надо, что диагональ перпендикуляр. AC перпендикулярно BD. So we know that this side of the same size, and this also, and diagonals, we need to show that diagonals are perpendicular to each other. Ну, давайте. No, so there is a problem here. So we know that this is isosceles, конечно. Мы знаем, что это треугольник равномерный. Но мы не можем отсюда заключить, что это будет там изотайлинг, сектрис или что-то. Потому что мало ли что, если там вот этот треугольник это был бы неравномерный, то она бы шла совершенно косой, никуда бы не приходила. Нам доказать диагональ перпендикуляр. Все знают название этой фигуры? Я не знаю. По-английски кайт. По-английски действительно право это кайт. По-русски это дельтоид. But I'm not sure anybody knows this name. Кайт это точно. No, кайт, я. И дельтоид это точно. Кайт это точно. Это официальный термин. Кайт через вайт? Нет. Нет. Все правильно было написано. По-русски это точно никто не говорит. Дельтоид железный. Но это какие-то жаргоны. Нет, это не жаргон, это школьная программа. Дельтоид. Киселёве его дельтоид нет. Ничего Киселёва не знаю, но было время, когда это в школьной программе было. Дельтоид. Окей, anyway, we need to prove that they are rectangular. Как-то мы должны извлечь, что здесь диагональ перпендикулярный. При этом нам надо использовать что бы пара стала равными, потому что если, скажем, С было бы здесь, то это было бы не равно, и диагональ бы не было. То есть нам важно то, что то и другое. Ну что, какие-нибудь есть идеи? Дельтоид состоит из двух равнобедренных треугольников. Состоит. А в равнобедренном треугольнике мы знаем, что три единства медианы высоты и биссектрисы. Но мы не знаем, что АС это медианы высоты и биссектрисы. Мы должны в каждом из них провести ту самую медианную высоту. Биссектрису и высоту. И поскольку медиана, то у них будет одна и та же точка. А поскольку высота, то это будет одна и та же линия. Помните, какое доказательство предлагается? Они не слушают, они думают, что я шучу. Нет, но они сами подумают. Давайте повторю еще раз. Давайте не будем проводить диагональ от цели. Просто вот нарисуем пока вот такую картиночку. И получаем два равномерных треугольника. Давайте возьмем середину этой стороны и проведем две медианы. Теперь мы знаем, ну, поскольку это медианы, то естественно они к одной и той же точке. Теперь мы знаем, что медиан в равномерном треугольнике является высотой, что если мы проведем медиану, то этот угол будет прямой. И в этом равномерном треугольнике медиана будет прямой. Образовывает медиана будет высота. Значит, раз эти все углы прямые, значит вместе это дает 180. Значит, на самом деле вот эти две линии не просто так вели
они друг другу продолжают. То есть это разговор. Соответственно, они вместе образуют одну прямую, то есть это будет диаграмма. В чем здесь фокус? Что мы не можем сразу сказать ничего про диаграмму. Мы можем сначала построить медианы, а потом уже заметить, что они вместе образуют диаграмму. Ну что, понятно это? Да. А, ну можно иначе рассуждать еще. Вот давайте начнем с того, что проведем БД. А IT пока рисовать не будем. И проведем БД серединный перпендикуляр. А почему его проведем? Потому что мы знаем, что на нем лежат точки, которые одинаково удалены от А и Б и Д. А у нас есть две точки, которые как раз равно удалены от Б и Д. Вот какая-то точка А и какая-то точка С. Ну и следовательно, значит, они обе попадают на этот серединный перпендикуляр, значит, он будет диагональный. Нашего четырехугольника, но по строению это только прямой. То есть можно и так сказать, если мы знаем свойства